Хай, друзья, с вами СтивПро, и сегодня я покажу модную бомбу для Майнкрафта Pocket Edition. После установки данного мода в нашем мире появляется настоящая бомба, которую вы можете активировать, а после чего взорвать. Ну что ж, для этого вам первых понадобится поставить обычную бомбу в любое удобное для вас место, и после чего взять детонатор и с помощью этой штучки активировать нашу бомбу. И в чате вам напишут, что ваша бомба успешно активирована. И теперь вы можете смело отходить и нажимать на кнопку справа, при которой вас произойдет бум. Да, вот такой бум. Видите, наша комнатка маленькая оторвалась, и от нее осталось ничего. Что ж, еще раз показываю. Просто ставим бомбу. Ставим бомбу, я не знаю, почему на ней написано цифра 11, но на ней написано именно 11. И теперь просто-напросто активируем эту бомбу и опять же, можете уходить или можете подходить и взрывать эту бомбу. Да, очень классный мод. С одной стороны, он очень прост, но с другой стороны, он очень классный. Что ж, давайте испытаем, насколько его волна очень сильная. Что ж, взрываем. И что же мы видим? А наш крипер, к сожалению, не умер. Поэтому его сила очень слаба. Поэтому эта бомба убить моба не сможет. Ну, или сможет только со второго раза. Смотря еще какой моб попался у нас. Что ж, еще раз повторяю, ставите эту мину и теперь просто-напросто тапайте штучкой по этой бомбе. И вам пишут, что ваша бомба активирована. И теперь смело взрывайте эту бомбу. Ничего не боясь, ваша бомба взрывается. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.